30 августа в Донецкой Народной Республике праздновался один из самых знаменательных праздников нашего региона – День шахтера. Несмотря на то, что Донбасс сейчас находится в состоянии войны с обезумевшей Украиной, на концерт, посвященный празднику, пришли тысячи жителей города Донецка. Сотрудниками МВД ДНР были приняты все меры для соблюдения правопорядка. Перед началом концерта первые лица республики вышли на сцену с поздравительной речью. Первым выступил глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко. Хочу сегодня в этот праздничный день от чистого сердца поздравить всех жителей Донецка, жителей Донбасса с Днем Шахтера и Днем Города. Вы знаете, у нас уникальный край, и оценки нас как жителей этого региона прозвучали в первый раз из приказа Гитлера, который надал, сказал, что моряков и шахтеров в плен не брать. Вы знаете, у нас единственный, наверное, характер, который никогда никто не сломит. Никакие враги не смогут поставить Донбасс на колени. Так точно! Это доказали шахтерские дивизии в Великой Отечественной войне. Это доказали ваши дети, мужья, братья в боях под Савурмогилой, Дебальцево, Улигорском, Песками, Горловкой и во многих других местах. Я счастлив и горд тем, что я родился на Донбассе. Слава Донецку! Слава Донбассу! С праздником! Также жителей Донбасса поздравил Денис Пушилин, заместитель председателя Народного совета Донецкой Народной Республики. Я искренне поздравляю вас с этими знаменательными для нас праздниками. Я глубоко уважаю каждого жителя Донецкой Народной Республики. Мы сделали невозможное, и несмотря на то, что не закончена война, мы продолжаем жить, мы продолжаем праздновать, мы продолжаем строить такую республику, которая будет гордиться наши дети, наши потомки, наши внуки. И мы это делаем. Донецкая Народная Республика! Ура! Заместитель председателя Совета Республики Крым Андрей Козенко после поздравительной речи сделал подарок Донецкой Народной Республике от народа Крыма. Я хотел бы выполнить одну приятную миссию от всех жителей республики. Подарить городу Донецку эту картину, написанную художником Паничем в 59 году. Называется она «В забое». Дорогие друзья, я думаю, что это будет действительно ценный вклад в вашу республику. Потому что Донецк умеет работать, Донецк умеет защищать свою родину. С праздником, друзья! Концертная программа включала в себя выступления различных коллективов нашей республики. Это и танцевальные номера, хореографические постановки, а также выступления популярных исполнителей российской эстрады. Первой на сцену вышла Рада Рай, российская исполнительница шансона. Свою известность Рада получила с песнями «Калина» и «Душа», которые она и исполнила для жителей Донецкой Народной Республики. Ты скажи, скажи. После Рады Рай на сцену вышел Джанго. Ему аккомпанировали талантливые музыканты нашей республики. Как только он начал исполнять свои произведения, все отдыхающие в парке устремились к сцене, всячески поддерживая исполнителя. Михайлов, Станислав Мухин, Новороссия ТВ. Вот теперь все точно. Спасибо, друзья. Еще раз вас с праздником. Мира, любви и счастья всем нам.